Итак, ребята и девчата в том числе, здорово всем! Вы попали на видео, где я буду продолжать уже проходить миссию уже под номером 11. Да, эта часть уже 2 единички, то есть 11. Итак, я сейчас предлагаю проходить и загрузить последнее сохранение, которое мы сделали в плане сюжетки, которая проходится для видоса. Ждем, пока сохранение наше загрузится. Во время загрузки нам мега полезные советы дают, которые, наверное, никто практически не читает. Потому что они ультра-мега-гиперполезные, в кавычках, разумеется. Давай-давай, дядя Вася, быстрее загружайся, а то я побыстрее хочу ринуться, проходить уже 11-ю миссию, но если, конечно, она будет нормальная. Так, банда Человека-паука продолжается. Полетели снова. Какую-то задницу мира, не опять основа. Я, как всегда, лечу к восклицательному знаку на темно-фиолетовом фоне с указателем, который нам указывает, куда лететь. Вот так вот Спайдермен смачно летает. О, как он ускорился. Вот это я понимаю. Надо ускоряться, конечно же, чтобы было все максимально быстро. Чтобы время не затягивать на видосе. А я тем временем куда-то прилетел. Куда приехал? Вау. Электро 2099. Намек на киберпанк. Так. Ладно, я вас понял. Так, ну вот, допустим, я сломал эту скамеечку. Так, а это что за чуваки ходят? Так, 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 так. Что надо сделать? Ага. Тут нужно, видимо, обесточить вот эти вот штукенцы. Может быть. А? А чё? В смысле, а где? Где все? Надо же, блин. Так, а ты, дядя Вася, кто такой? Вот так вот надо его взять и обдурачить. Эй, ты, дурачина, иди сюда. А, нужно вот этих вот грохнуть. Нужно зашибись просто, что еще сказать. Так, если я их уничтожу всех, то что за это будет? Так, и вот этого надо добить. Народный герой. А, ну ладно. Да мы еще посмотрим, кто будет переименован. Так, а это что такое? А это мне интересно, что же это такое? Куда это я там упал? Ну, допустим, я пробегусь и соберу уже 1 300 000. Так, это что такое я сделаю? Так. Это что такое? Это для капитана Америки, наверное, сейчас будет. Заданиус. Так, а я возьму, пожалуй, железного человека. Ну вот, допустим, попробую расплавить. А вот эти штуки, что будет? Эй,
Алло, чё, у нас тут кто-то на связи есть? Или не, никого тут нет у нас связи. Так, тут нужен будет капитан Америка. Ну, допустим, давайте выберем его. Вот это да. Так, ну, допустим, начну я отсюда. Так, ну вот, допустим, и что это такое сейчас будет? А, ну ладно. Это Нью-Йорк будущего, ребята. Так, давайте-ка вернемся на то место, которое нас привело изначально. Вылезаем. Канг снова тут диктует свои какие-то условия. Так, а карта где? Где карта, если я спрашиваю? Так, Вася, это что тут за аппарат? Предположения имеются или не имеются? Электрические кабели сейчас приведут. А, ну ладно. Ну допустим, а, вот оно что значит. Ну допустим, я по вот этим вот проводам побегу. Давайте попробуем. Так. Ну, давайте побежали. Может быть, они куда-то нас приведут, эти проводульки обыкновенные. Бегу прям по ним. Идут они, идут, идут, идут. Да наверх давай, полетели. Так, наверх. Ну, допустим. И куда они нас, собака, привели? А вот он где ты тут есть. Нам нужно с этим бездарем расправиться. А мы тогда... Чё сделаем? Абсолютно правильно. Сейчас мы найдем какого-нибудь Халка, может быть, если отыщется. О, нашелся. Сюда иди. Так, слышь, псина. Так, ты что себе позволяешь, дядя Вася? Так, да ты чё тут разошёлся? Так, меня тут нету. Так, это что такое за приколы у нас? О, Вася, это чё за аппарат? Нам нужно сразиться с тобой, наверное, да? Слышь, псина, ну уйди отсюда. Надо жизни немножечко восстановить. А ты, Халкин, меня защищай. Ты меня защищай от его приколов. Опа! Неплохо. Как насчет этого? А чего именно? Электрического пола? Или чего? А куда это ты уделся-то, а, дядя Вася? Так, все, я вас понял. Так, вы мне дадите пройти дальше сюжетку или нет? Снова ты тут наэлектризовал вот эти вот штуки. Так, ну, и что это значит? Мне это интересно. Что же сейчас будет происходить? Надо где-то еще, может быть, перекрыть.
Потому что ток-то идет. Основной ток мы закрыли. А какой-то дополнительный, может быть, еще есть. Ну ладно. Допустим. Давайте по вот этим вот пойдем, которые наэлектризованы. Да, давай, блин, Канг, рассказывай дальше свои условия. Со своими условиями ты не имеешь никаких прав. Так. А вот чё я, в смысле, наверх не могу лететь? А, о, могу. Оу. Ну нифига, блин, себе. Вот это, блин, замудренность вообще по полной программе. Ну, допустим, я полетел наверх. А, вот ты куда спрятался, крыса какая хитрая-то, а? Давай, рассказывай. Мы ж те же еще миллионеры. Все сейчас сломающее. Пойдем все снова купим. Так, тут у нас снова махаться надо. Опа! Пробитие. Вот так вот надо его ударить просто по полной. Вот так вот, чтобы они разлетались прям на кусочки, блин. Так, против... Да что ты себе позволяешь хп блокировать? Да и ты права на это не имеешь вообще-то. Крыса ты гнусная-то. О, жизни восстанавливаются, когда... Вот так вот надо. Вот это уже плохо. Уверен? Куда это ты отпрыгнул-то, дорогой? Чё, снова туда возвращаться? Ну, отлично. Чё ещё сказать? Ну, допустим, снова он эту фигню наректоризует, допустим. Или чё? Или это всё? Здорово, Сёва. Чё сейчас будем веселиться, что ли? Так, гачимучи, вот такое... Слушай, псина, а какие настройки погоды на сегодня? Да фиг его знает, блин. О, как я его смачно врезал прям. Сюда Халк прям обязательно понадобился. А давайте Лешего возьмем. Я его специально даже купил. Иди сюда, ты чё? На тебе по морде просто. О, сопротивление надо дать, чтобы освободиться из плена вот этих вот гачи-мучеров. Иди сюда, сейчас ты у меня получишь. Потому что леший сейчас тебе надает звездюлей. Понятно? Все, ты наш теперь. Вот, теперь ты у нас в команде. Наконец-то, блин. Тебя еще и надо купить, блин. Вообще классно, блин. Че еще сказать? Конечно, блин. Я раньше чего вот эти вот все задания гениальные выполнял. Здорово, бандит. Нью-Йорк мог бы стать величайшим городом на Земле, но теперь только не только Хронополис составляет конкуренцию, но и другой Нью-Йорк. Это другое большое яблоко прогнило до самой сердцевины. Этот город... Футуристический неоновый кошмар, которым управляет какой-то там диктатор по имени Канг. Мало того, что плохое соседство, так у них еще есть свой Человек-паук. И можно биться за заклад, что там найдутся альтернативные версии всех разряженных чуть-то. Полезная информация. Еще и там Джона Джеймсон, блин, вот этот попрыгал неплохо так. Так, а это что такое? Здорово. Так, нас тут никто не видел, допустим. Значит, надо действовать тихо и не выдать себе. Да вот именно. Аккуратно двигай, дядя Вася.
Опа! Момент. Наконец. Эй, а вы тут откуда взялись-то? Я не понял. А, ну окей. Сейчас мы за вот этих вот четверых будем. А ты тут откуда, дядя Вася? Кто у нас по Спайдермен? Три паучка рядышком стоят. А, как же приятно встречать гостей. Я же говорю, что нас ждет небольшая вечеринка. Можете начинать. О, Вася, это что за аппара? Понимаю. Он их зомбирует. У них хпшки появились. Итак, приступаем. Все ломать, как всегда. И вот это вот намек на Венома. Так, дядя Вася, давай, выдавай мне бабла. Это типично я, когда пытаюсь деться взломать автомат специальный, который продавал мне, например, жировки там, я не знаю, попрыгунчики и так далее. Я пытаюсь его просто вот так вот взломать. Да я это могу себе и сейчас позволить. Ну, просто, ну, я сейчас этим не рискую. Ну, пока что. Если захочу, то повеселиться, это и сделаю. Не, на самом деле, ребят, воровство — это плохо. Это очень плохо. Хватаем, как всегда, бабло. Словно это бабло обыкновенный. А вот это вот мишун, кстати, это очень похоже на какую-то, ну... По стилю похоже на миссию из Lego Marvel Super Heroes 1 13 года выпуска. Так, вроде мы тут все поломали. Опа! Вломились! Че, все? Все, ребята, им сейчас будет откровенный звездец. What the fuck it? На нафиг! Сейчас я выищу отсюда. Вау, ну нифига, блин, себе. Это что такое вообще за втяги обыкновенные, бархатные, кефтемечные, блин. Тут даже фиолетовая монета ниоткуда не возьмись взялась-то. Ну, если так-то можно сказать. Ой, это что, Веном, что ли? Ну нифига себе. Вот это... алло. Да что? Чё меня-то сразу-то? А ну отцепись-то, бездельник, блин. Смотрим в книгу, а видим фигу, да? Эх ты, блин, учи математику, грустный бездельник, блин. Допустим, я эту фигню достал, и что это такое? Чё это за колба вообще, скажите, пожалуйста. О, понимаю. Вот здесь вот сам этого все поломать еще. Чего это я не догадался сюда сразу зайти? А тут типа сам догадывайся. Это типа еще игра головоломка. Ой, я не... Это что, миномет? Меня здесь нету. Вот это взрывы были неплохо. Вот это, блин, реально было прикольно. Так, а что это я такое соберу? А, это генератор. Ну нифига, блин, себе заявление. А я думал, что это ядерная боеголовка Северной Кореи. Ну, не бог так. Так. А теперь шутечки в сторону. Берем Спайдермена классического, потому что это именно он. Так, а тут нужен, походу, тот, кто... Силы мысли. А, не-не-не-не, что это я туплю? Нам нужен всего лишь-то вот этот Спайдермен. О, а что это он такое сделал-то? О, ладно. Так, а что я тут соберу? Снова генератор. О, отлично, блин, что еще сказать-то? Так, тут нужен железный человек, а теперь, ребята, продвигаемся дальше. Открываем вот эту дверь. Откройте, это подарки от Эльдорадо сочные. Так, а тут... А, тут снова для мисс Марвел у нас лабиринтик. Так, полетим, давайте, что еще? Да-да-да-да-да-да-да-да, это снова лабиринт. Попрыгаем, пособираем бабло. Бабло. Обыкновенный. Так, забираемся. Опа!
А чё, в смысле? Так, 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 так. Дайте-ка я подумаю, что тут надо сделать. Так, а ну-ка дайте-ка еще раз попробую. Другой лабиринтик. Потому что в этом я чуть ли ничего не понимаю. А ну открывайте, бездельники, блин. Или я тут что-то должен гадать? Давайте, вылетаем заново и еще снова. Залезаем в лабиринт. Так, это снова что-то не то. Что вы мне не те лабиринты, блин, впихиваете, в которых я нифига ничего не понимаю? Снова что-то не то. А ну еще. А что это у меня в правый нижний угол, блин, не смотрю? Я не понял! Ой, я дурак, блин. Вот и, ребята, вот это, блин, баран не по годам, блин. Вот оно, что нужно было сделать. А то я, блин, баран реально не догадывался. Ну, я баран. Ой, блин. Я, ребят, сам признаю, что я дурачина в каком-то смысле не по годам, блин. Чё-то у меня взгляд какой-то, блин, был смещен, блин, в центр, а чё-то я в правый нижний угол не догадался посмотреть. Дядя Петя, ты дурак? Ну, ладно. Вот это, блин, реально... А я тогда поломаю этот компьютер, потому что нечего ему тут, блин, вот такую вот фигу мне впихивать. А то я, блин, совсем уже, блин. У меня совсем, походу, в голове был маршрут перестроен. Так, что это ты? А ну-ка нажимаем кнопочку, и что сейчас будет? Вау. Так, это что, яркий намек на что-то или чё, блин? Так, компьютер чё, этот не доламывается до конца? Так, нам нужно освободить вот этих вот от зомбирования. Так, а тут что это за тёлка такая нужна? Это что у нас, мисс Марвел, типа, без костюма или что? А, ну ладно. Это Гвен Паук, оказывается-то. Вот оно чё. Да, ребята, вот это настоящий трэш. Вот что значит, когда никогда не играл в игру. Ну, в том смысле играл, но в плане того, что не проходил ее вообще. Берем Гвена Паука, и чё сейчас будет? Огурец. Вау. А это нам нужно... Кстати... Так, уйди отсюда. Иди ты отсюда. Так. Становишься вот так вот, так вот, вот так вот, вот так вот. Ну, разблокируем доступ, разрешен. Вот и отлично. Давайте продолжать дальше. Вот это по-настоящему себе, ну нифига, блин, себе. Если, наверное, вот так, то загрузка обеспечена. Так, дядя Вася, вы кто такой вообще? Я вас не звал. Идите нафиг отсюда. Так, что тут нам метелку предлагают какую-то ту самую взять и подраить ей что-нибудь?
Отбираем бабло, как всегда, потому что это Пабло. Противостоим. Хватаем все, как всегда. В плане денег. О, вот здесь еще неплохо бабла можно заработать. Да-да-да-да-да-да-да. Вот так вот ломаем все. По полной программе. Опа! Так, нам нужно от вот этого влияния освободить. Все, освободили. Так, и что сейчас будет? Ладно. Так, 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 так. А что нам предложить сделать? Так, нам нужно от влияния женщину Халка освободить. Так, а теперь попробуем разбить стекло. О, все, отлично, оно что за фигня? Ну, ладно. Я понял, я вас понял прекраснейшим образом. Там что-то рассыпался, да ё-моё. Да куда ты... Ну ты молодец, блин, смотри, сколько денег высыпал просто. Красавчик, да куда... Куда мы лезем-то, ё-моё. Так, а ну-ка, давайте-ка вот сюда повыше заберусь. О! Открывайте. Никогда не открывают. Шок-контент. Женщина Халк здесь. У нас, смотрите, что умеет. Просто по вот этому яду ходить. Да, вот это вот прям гениальность не по годам. Реально по-настоящему гениальность не по годам. Ну, после случая с лабиринтом, да. Так, настоящий фанат почти сделан. Теперь двигаем вот эту штуку. Активируем. Вот такие вот вентиляторы. Так, герой, что вы делаете? Вы же пропустите веселье. Да мне пофиг на веселье. Мне... Не, ну по жизни-то нужно быть немножечко иногда веселым. Так, давайте-ка уже мне доступ давайте. Поднимаемся по лестнице. Давай, дядя Вася, прыгай. Опа. Теперь достаем дверь и можно теперь ее выбросить просто в мусорник. Берем Спайдермена. Так, в смысле нет устройства? Чего? Че это вы мне тут крупными буквами это указываете? Так, а ну-ка. А, ну ладно, нет устройства, да мне пофиг абсолютно. Двигаем вот эти вот штуки. Это мне напоминает какой-то прибор кухонный, блин. Но какой именно, блин, не помню. Четко. Ну и чё? Что это значит? Вау, ну нифига себе. Вот это мощь. Да. Нет слов, одни эмоции.
Так, а последняя вот эта штука где-нибудь, может быть, есть? А? Так, а что это я там такое вижу сверху? Или вы меня туда наверх не пустите, потому что там стеклянная поверхность. Все ясно, прохода нету. Так, а это что такое? О, а это тоже, оказывается, штука, с которой деньги добываются. А теперь все, ребят, заходим сюда. О, все, настоящий фанат обеспечен. Отлично, что еще сказать. Берем так, где у нас мисс Мара? А ну, выходи давай. Залезаем сюда. Так, сюда я залезаю, я тебе говорю. А где я? А вот где я? Меня тут нету. Не надо так, вот именно. Так, и чё? Допустим. Что это такое? Угу. Тут у нас что-то поменялось. Ну-ка, давайте попробуем подвигать вот этот контейнер. Ну, я вот, например, его сюда поставил, и он едет наверх. Понимаю. Нужно его теперь пододвинуть, значит. А чё, в смысле? А вы тут откуда взялись-то? А ну сюда иди. Понял? Понял, с кем связался? Или не, не совсем. Ну и не поняли, так не поняли. Да и фиг с ним. Так, ну, допустим, его сейчас вот эта рука возьмет. Что с ним сделает? Открывает и видит вот этот вот шар. Прям люто розовый. Прям натурально розового цвета. И он куда-то там летит. И он снова тут оказался. Так, а ты тут что делаешь, псина? Спайдермен вообще ничего предпринять не может. А тут у меня, к сожалению, в данный момент железного человека нету. Так, а ты, дядя Вася, уйди отсюда. Так, поехали. Так, не-не-не-не-не-не-не. Да, в это вот, да-да-да-да-да-да-да-да. Поехал давай заново, шар. Или что это такое, что-то может и значить. Ну нет устройства, ну и чё, да какая всем разница-то? Ну допустим, он попал снова вот в эту вот. А, это ещё один, а, ладно, я вас понял. Вы там где? Мне не терпится с вами тут повеселиться. А я вижу, что ты прямо хочешь этого. Прям рьяно, прям нагло хочешь. Так, меня здесь нету. А ты тут откуда знаешь, что я тут буду? Откуда ты это знал? А ну взяли и вышли отсюда. Так, а это что за дядя Вася? Иди сюда. Давай подеремся. Счастье огромное. Так, надо сделать мисс Марвел огромного размера. О, Василий, вы чё? Чё ты тут разошёлся? Давай рассыпайся в кусочки. Вот все. А ну иди сюда. Ну-ка, вставай, вышел. Все, вышел на три веселящие буковки. И теперь двигаемся сюда.
О, Вася, это что за АППР тут происходит? Сюда. Гвен, это какая-то ловушка. Да вот именно. Веном? Кардо, ну нифига. Это чё, с... ладно. Это смешивание вот этого Карнажа и Венома. Мы должны слушаться. Дави, паука, иди ты нафиг со своими условиями. Уверен, что всех. Это Карном, блин. Гениальное сочетание. Прям реально гениальнейшее. Так, это контрольные точки у нас. Так, осторожнее. Прыгаем. Подбираем параллельно еще бабло. Слышь, псина, ты че? Ты че тут разошелся-то? Иди нафиг. Внимание, сейчас будет откровенный какой-то звездец. Так, ну я вот сюда, допустим, спрячусь. Меня здесь нету. Ого, ну не... Ой-ой-ой, это что такое? Это что тут происходит вообще? А здесь можно нехило бабок состричь. Вот так вот. Да идите отсюда. Уйдите у меня из-под ног, блин. Да, вот здесь вот бабок неплохо есть. И ты тут здесь. Ну нифига, блин, себе заявление, да? Так, это для кого? А, для Стрэнджа, ну, классно, что еще сказать. Так, тихо. Чё ты в меня стреляешь, ты? Во мне тут ничего такого нету. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну, это прям мощное заявление. Так, сейчас мы вот это вот все последнее доломаем. Соберем бабло. Вот здесь вот в том числе по краям. Так, а это что такое? Тут за какие-то баллоны, блин. А теперь берем и сваливаем отсюда. Меня здесь нету. Меня здесь не было, все. Я сваливаю, ну, куда-нибудь там наверх. А ну взял его еще отсюда. Так, берем женщину Халк и теперь даем вот этому Карному сап. Ты куда полез, бездельник, блин? Бездельник, блин, смотришь книгу, а видишь фигу, да? Типичное гениальнейшее слово вашего гениального учителя, который у вас по-любому где-то есть. Так, Василий, иди сюда, давай подеремся немножечко. Ты что тут дерешься? А ну иди сюда. Да давай, не сдаюсь вообще-то. И готов с тобой драться прям по полной. Да у тебя хпшка уже снимается, уже нету четвертинки, даже уже половинки, ё-моё. Ты куда убежал? А ну иди сюда. А вы тут что делаете? А ну взял его еще отсюда. Дело рассыпался быстренько. Ты чё? Чё с ним происходит-то? Чё так камеру-то колбасит-то? Я же обещал вам сюрпризы. Да наслаждайтесь. Да обязательно насладимся. Чё тут именно не наслаждаться-то? Если вот эти-то алкаши прям под влиянием Венома. Здорово, Василий. Иди сюда. Карном, а ну иди сюда. Ты чё, в сочетании браков, Венома и Карнажа родился, что ли?
Ну, может быть, и да. Ну, иди сюда. О, Вася, это что тут за аппарат ты тут делаешь? Ты куда убежал? Ну, иди сюда. С ним снова какой-то беспредел, ребята, происходит. Так, я бегу, словно я... Не знаю, кто я, словно я реально не знаю, кто я, бегу. Ничего лучше женщины Халка для сражения вот с этим чуваком нету, походу. О, как рассыпался, прям сочно. Это прям как сочный шашлык, который только что на мангале пожарили, блин. Иди сюда, дядя Вася. У тебя капля жизни остается. Все, тебе звездец сейчас будет. Все, жизни у тебя нету. Так, или что тут? Ты еще будешь делать-то? Слушайте, каждый же у нас тут что-то... Ой-ой-ой, дядя, это что за кэфтиме? Это что за бархатные тяги? Он что, более крутой, что ли, трансформируется? Осторожнее, дядя. Ой-ой-ой-ой-ой, ты что тут творишь-то, дядя? Да, ребята, это трэш. А теперь давайте с ним подеремся. Поснимаем ему хпшки. А ну иди сюда, я не сдаюсь вообще-то. И продолжаю долбить себе. Давай, давай, сколько меня не отбрасывай, я не буду сдаваться. Закидай, давайте его паутинками просто. Чё, это, походу, последний наш вражок, враг будет, наверное. О, все у него отлично, прямо отличная жизнь снимается. Уже у него половины нема. Половины жизни у тебя нет уже, осел. Ой-ой-ой, ты чё тут за дождь вообще творишь-то? Всё, продолжаем с ним драться. Так, а где я? А вот и я где. А ну я вышел отсюда, не мешайся. Теперь я его добивать буду до конца. Он уже красный, значит у него... О, сколько у него жизни. Прям отлично все идет. О, Вася, ты че вообще разошелся-то, а? Да все, у тебя сейчас звездец будет очередной. У него совсем капелюшечка жизни, как вы видите. Сейчас дождь этот закончится, а ты-то кто такой? А ну взял его еще отсюда. Все, у него капелька жизни осталась. Ему сейчас будет просто очередной... Один's Wound и Pets. Ну, надо его добить. А, чё, меня захватили? А ну-ка, давайте-ка ему долбанем сейчас. Или, не, вот тут его... ладно. Мы вот этого чувака вытянули. Опа, и дали ему просто отпора. Я всегда говорю, хочешь, чтобы что-то было создано, сделай это сам. Говорит зеленый гоблин 2099. Точнее, 2099. 2099, да-да-да-да. Ух-ух-ух. Ой-ой-ой, идея есть? Давай, уничтожь его. Просто ему по голове, да, и все. О, это наше. Отлично. Мы... Ой-ой-ой, смотрите, просто какой бой серьезно идет. Ну вот и все. Остановился кадр, значит... Ам, хвать, корном все жрать. Гениально, удивительные симбиоты. Да, супер режим свободной игры, да, отлично.
О, идеально. Настоящий фанат. Дэмбит. Я купил этого какого лешего, и поэтому сейчас у меня меньше денег стало, ребята, как вы знаете, в начале этого видоса я это сделал. И вот сколько нам персонажей доступно. Все получения их мы смотреть не будем полностью, это будет долго, а сейчас давайте посмотрим, что дальше будет происходить. Они ищут, собирают осколки Нексуса. Разве это не увлекательно? Кто то, как их загнал в угол? Чё ты тут раз... Раскидался вообще кофе, этот Канг, блин. Так, что тут за беспредел происходит? Так, а где мы есть-то? А, где мы? Хеймдаль, он что тут нарядился? Неплохо он так нарядился. И Тони Старк тоже. Ну, понятное дело, что тут холодно сейчас. А Хеймдаль себе просто вот эту вот шапку Статуи Свободы решил напялить. Он гений просто в высшей степени. Да, походу Хеймдаль и Тони Старк сейчас у нас будут в качестве банды той самой. Возможно или нет. Команда Звездного Лорда. О, отлично. Хотя бы новая банда будет. Ну чё же, ребята. Если вам понравился этот видос, то тогда не забываем ставить у него, как всегда, лайк, там подписку и колокольчик. Ну все как всегда. А на сегодня на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем покедова. До скорых встреч в следующих видео.